Вот с севера туда пришел монах со скромной ношей в руках. В одной руке его был зонт, другой на посох опирался он. С дороги чаю захотел напиться, а в чайном домике с тревогою на лицах крестьяне все, народу тьма, повсюду крики, споры, кутерьма. Ему поведать о своей беде спешат наперебой, что те приказ получен чисто все прибрать повсюду, чтоб куда ни глядь, повсюду, в деревне, по дороге, на заборах, ничто не должно оскоплять владетельного взора. Тому, кто не успеет в срок, тот час удвоится оброк. Того, кто от работы уклонится, ждет неминуемо темница. На завтра приезжает к нам наш господин Судзуки-сан. Повсюду плач, и стоны, и смятение, и небывалое волнение. Thank you.